На улице Терской проводят демонтаж тротуарной плитки. Сотрудники городских служб выполняют работы по сносу аварийных деревьев. Здесь высадят саженцы клена астролистного Crimson King высотой 3,5 метра. Это устойчивый городскому климату сорт клена с красными листьями. По, не знаю, какой-то случайности после разбивки посадочных мест из расстояния 6 метров на данной территории почему-то получилось 70 деревьев. Может, это будет хорошим, добрым знаком к великому юбилею нашей победы. Следующий этап работы – разбивка посадочных мест. После посадки деревьев здесь уложат новую тротуарную плитку, установят лавочки. И в нашем городе появится еще один уютный зеленый бульвар для прогулок и отдыха в тени деревьев.